Обычно для слоев с шоколадной начинкой используют плитки шоколада. Однако хочу предложить вам испечь их с шоколадной пастой. Ее мы нанесем на тесто таким образом, что шоколад будет не только внутри в центре слойки, он будет везде. Что нам понадобится для этих слоек? Слоеное тесто, лучше подходит дрожжевое, шоколадно-ореховая паста, яйцо и молоко. Тесто нужно полностью разморозить. А чтобы с поверхностью оно не подсыхало, накроем его пищевой пленкой или обычным целлофановым пакетом. Раскатываем тесто до толщины 3 мм. Раскатывать нужно в одном направлении, чтобы не нарушить слои. Теперь нарезаем на полосы шириной примерно 5 см, а длиной 15-20 см. На каждую полоску теста кладем по 1 чайной ложке с горкой шоколадной пасты. Лопаткой размазываем пасту по тесту. Кстати, пасту тоже нужно достать из холодильника заранее, чтобы она была пластичной. Теперь скручиваем трубочкой по длине. Вот такой трубочкой. Выкладываем будущие слойки на противень, выстеленный силиконовым ковриком или пергаментом. Накрываем полотенцем и оставляем на час для расстойки. Яйцо разбиваем в чашку, наливаем молоко. Взбалтываем вилкой, чтобы разбить белок и сделать смесь пожиже. Смазываем заготовки кисточкой. Выпекаем в нагретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут или до готовности, до уверенного золотистого цвета. Достаем и немного остужаем. Смотрите, шоколад везде. В каждом слое. Снаружи слойка хрустящая, а внутри нежная и очень шоколадная. Приятного аппетита!